Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, хавчик мы взяли. Так, давай посмотрим. Созрел, родной мой. Анкилодок, поместить. Вот они, красавчики. Кстати, их надо будет начать эволюцию. За 100 долларов, у нас же там кто-то сидит. Кто-то там сидит и ушами шевелит. Давай-ка глянем. Точно. Индоминус. Кто же у нас тут еще может сидеть? Есть контакт. Прокачиваем его до 20 уровня. Ё-моё, ты посмотри, какой он бешеный, а. Ты просто псих. Тут по-другому не назвать. И еще получили подарочек. Оп. Просто немножко еды. Совсем малость. Чуткарик. Так, где у меня анкилодок? Я хотел... Что-то я не понял. Вот он, да? Это не то, это не анкилодок. Вот анкилодок. Так, ребят, нам нужно будет... Это будет двадцатка. Еще двадцатка. То есть еще двоих нужно будет выводить. Это как минимум. Как минимум. Поэтому давай мы, знаете, что сделаем. Мы поставим нашего анкилодока. Да что ты на суперзавра-то все перекликиваешься. Где анкилодок? Вот он. Начать эволюцию. Да, я хочу начать эволюцию и посмотреть, сколько как раз анкилодок стоит у нас в магазине. Но это будет чуть позже. Метриоринг. Воу, у нас их тоже, ребята, тут довольно неплохо. Надо будет им тоже заняться. У нас гибрид идет с кем? О, метриолонг, ёк-макарёк. Точно, ребята, метриоринга мы прокачаем и сделаем метриолонга. Это будет шикарно. Но нам не хватает дофига все равно еще этих метриоринхов. Так, питомник. Жух. Мауиозавр. Ну, как-то так. Давай начнем с выполнения заданий. Собрать моды, использовать это. Все понятно. Совершите сделки. Давай сделки сделаем. ДНК на баксы. Обязательно. Обязательно. Баксы на ДНК. Это не хочу делать. Одна карта. Американские горки на хавчик. Эл-смотри на еду. Бакс увеличивает запас на 522 бакса. Иди ты. ДНК. На еду. Давай тогда американские горки. Вымирание. И еще, да? Все, ребят, сделаем, короче, задание. Забираем тут награды. Собрать моды. Почему-то у меня... Интересно, друзья, у нас моды там уже были собраты. Две штуки, ну, как минимум. Крути, верти. Итак, берсерк нам выпадает. Вау, кричит-то тут. Крикун несчастный. Забираем здесь тоже награды. Так, открыть наборы карточек. Так, я думаю, что мы, наверное, сейчас пойдем на ежедневки. Обычные птерозавры, минимум моды. Только для хищников. Стегоцефал, ты серьезно? Дрожь земли. Схватка редких. Это кто у нас тут? А птерозавры? Так, птерозавры, минимум модов один. Офигеть, 29-е, 36-е уровни. Так, сколько там птерозавры? Один. Ага, значит, здесь можно, ребята, схитрить. Хитрость заключается в чем? В том, что мы берем с тобой наших... Так, травоядников. Я вот не знаю. Птеродаустра, птеранодон, 36 уровня.
Ну, давай я возьму, наверное, патозавры. Нет, а патозавры слишком шикарно для них. Эуламбию возьму. И уэрхозавра. Ну и придется, наверное, брать все-таки кого-то из летунов. Ну, пускай это будет, наверное... Сейчас трапегоптер поставим. И Эуламбия. Ну и моды. Че, я не понял. Ой, блин. Так, моды в перемешку. Вот инстинкт убийцы, это что? А, дает, так, дает одну очку диск за каждое павшее вражеское существо в начале вашего хода. Вот так вот. Это раз. А у них тут что идет? Показатель команды повышается. В общем, все на усиление идет. Вмешательство что? Отключает враг. Отключает мод вражеский, да? Показатель на сотку. Ну что, давай попробуем. Посмотрим, прокатит у меня такой вариант или не прокатит. Угу. Фига у него там атака. Вот это он там дал. Он сейчас пробьет меня. Ну, 3000 хп, это, конечно, жестко. Это жестко, ребята. Чувак жестит. Вылетела игра прямо во время поединка. Так, отключили мы мод. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Проверим. Готов. В плане, 5 хп осталось у него. Я думал, мы его ушатали. Раз, два, три. Так вот сделаем. Пятьсот пятьдесят семь. Сколько он будет атак делать? Три. Прекрасно. Это просто прекрасно. 3200, да, нам нужно? Да как так-то? Ну как так, ребят? Ну... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, ну... Раз-два. Раз-два. Три. И вот так. Сейчас будет все зависеть от... Тиродаустра. 751 к атаке. Сейчас 5 поставим. Он сейчас 5, ребята, возьмет, наверное, да? Мы выживаем. И уничтожаем его. Это круто, ребята. Чудом получилось, конечно. Фух. Хе-хе. Тири-тири-тири. Такой довольный. Довольный-то он довольный. А дальше нам еще хлеще будет. Давай смотреть. Сколько там, кстати? Два птерозавра теперь нужно. Два. Зашибись? Ты прикинь? Что он делает? Вот это ты, конечно, дал. Ладно. Ну, возьму, например... Блин, ну это офигеть. Это офигеть.
Что если я возьму вот так? Два же птерозавра надо, да? Так, так. И вот так. Так, инстинкт убийцы. Нет, инстинкт убийцы надо. Хотя нет, пускай будет здесь. Бодрость на 500. ОЗ-шку, да? ОЗ-шку на 500. И вмешательство. Это отключает вражеский мод. Так же, как и у него. Тоже стоит отключить вражеский мод. Фух. Ну давай посмотрим. У него закалочка. Обалдеть. То есть если он сделает мне две атаки, я труп, да? Получается так. Такс, окей. А насколько у птеродона-то? Блин, не посмотрел. Две 600. Сколько у птерозавра? Блин, мало. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Не хватит. А, хватило. Вау. Ну, здесь похлеще будет, ребят. Сейчас все будет сливать. Хе-хей. Это круто, что он все слил. Так, 4 и 2, 6, да, получается? 2700. Поехали. До свидания, чепушила. Загнулся. И гац. Ну что я тебе скажу. Сейчас анкилодок, ребят, порошок его сотрет. Просто в порошок. У нас еще инстинкт убийцы. Вообще по красоте. Бумс. Как тебе такой расклад? Я считаю, что очень хорош был раскладец. Ну что, три птерозавра, ребята. Вопрос в том, как мне тут играть. Раз, два. Три. Так что ли? У него все идет, ребят, на повышение. Что такое вперемешку? Вначале перемешивает все моды. Отключает мод вражеского существа. Увеличивает показатель атаки. У него на 10%. Показатель на 10%. Это устрашение, общая слабость. Снижает запас УЗ на... Ёк-макарёк, даже не знаю. А берсерк повышает показатель атаки на 40%. Снижает УЗ на 25%. Может, берсерк взять? Сюда. Но запас здоровья сколько? На 25%. 25%. У него тут еще запас здоровья на 15%. Прикинь, да, у него тут. Ладно, мы тогда сделаем тоже так же, ребят. Ах.
Была не была. Я почему-то думаю, что как-то у нас тут... Кто будет первый ходить, он или я? Я. Ну давай. Потихонечку будем приступать. Серьезно? Фига себе, ребята. Просто бесстрашный хмырь взял меня и атаковал. Такс, этому надо будет потратить две атаки. И он это делает. С превеликим гаденыш удовольствием, а? Ну что, валим? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блин, как тут лучше сделать-то? Давай так сделаем. Это-то будет посерьезнее. А у меня 436 к атаке. 436. Фух, повезло-то как. Ой, токсин у него еще. Не, ребята, по-моему, мы выиграли. По-моему, до свидания. Шикарно. Я до последнего не верил, что мы здесь справимся. Ребят, вот серьезно говорю, до последнего не верил. Но, как ты видишь, удача на нашей стороне оказалась. И... Птеранодон. Ну что ж ты будешь делать? Птеранодон-то у меня есть. Птеранодон-то у меня, ребята, есть. Откройте набор карточек, это мы сделали. Так... Что у нас тут еще забрать? Что-то... А, здесь еще. Так, что дальше нам делать? Что-то такое ощущение, что как будто как плывет все-таки, не кажется? Нет такого ощущения? Фига себе, чундрик такой. Юдон. Что до 30%? Что-то мне там написано. До 30%. Ладно, фиг с ним. 30% это сейчас не это нас должно волновать. Схватка редких, землетрясение, дрожь земли, ребят. Ну что, пойдем? Пойдем, подеремся в дрожь земли. Давай-ка начнем с мелкого. Начнем велоцираптор, скафагнат и, например, лабиринтозавр. Уж больно мне хочется посмотреть. Сколько играю, ребята, вот чтобы мне выпал пак именно того животного или дракона, которого разыгрывается в игре. Чего? Я же только начал, нифига, не... Пипец, ребята. Я начал, хотел с мелкого умолчать, а не видал? Легендарки мне дали. Эламбия там пошла, кто там еще? Ты, молодцы. Огурцы. Вы ничего не попутали, ребята? Трэш. Ничего не стал делать, да? Заминочка. Так, две атаки ему придется потратить. А он тратит все. Да. Да. Ты хочешь сказать, что я велоцираптором что-то тут все проходил? Вот так вот он делает. Вот так вот он сделал, ребят. Как мне теперь тут выкручиваться?
Раз, два, раз, два. Поехали. Где отсюда в топку? Сколько этого сейчас посмотрим? 76. Давай проверять. 7. Если он сейчас влупит по полной программе, мне хана, ребят. Не поможет здесь защита. Ну почти все, ребят, хана в любом случае. Обалдеть. В общем, ты понял, почему я проиграл. Я решил сыграть с мелких. Я не стал там брать никаких легендарок. Но видишь, видимо, зря. Видимо, зря, и поэтому, ребята, они сами напросились. Начинаем. Начинаем мы с Антракопелта. Да какой нафиг орликозавр? Астафрикозавр и Ютиранус. Они меня просто взбесили. Фига себе, они сразу начали с первой атаки легендарки мне поставили. Вот, вот, вот то, что нужно, ребят. Вот Зухриптор только не надо было. А остальное, в принципе, все пойдет. В кашу сейчас буду разносить их всех в кашу. Ну давай ты там, грузись быстрее. А ты знаешь, что, по-моему, ребят, зависон в игре произошел. Нет, вроде прогрузилось, отлично. Игуанодон. Там еще какой-то дон непонятный. Ну что ты там пшикаешь? Давай, чем делай. Мой ход, отлично. Поехали. Сами напросились. Я не хотел вас трогать, но вы напросились сами. Мы будем потихонечку играть в бирюлечки, но бирюлечки не получились. Вот так вот, да, значит ты? Сколько у тебя идет по атаке? 306. Меняемся. И поехали. Раз, два, три, 4, фиг с ним. Бумс. Все, Зухриптора как будто здесь и не было. Ну что, ему придется 2 слить атаки, чтобы меня пробить. Но он сливает 3. То есть он слил абсолютно все. А нам достаточно одного укуса. Зал Максес. Иди сюда, Игуанодон. Будет полностью 4 атаки с тобой. Нет, 3. Ну, против Ютирануса это, понятное дело, ему не поможет. По полной давай ему, влупляй. Так, криканули. Ну и, соответственно, бомбанули на 6000 урона. Это было красиво. Это было красиво, это было шикарно. Так, мы попадаем с тобой в добытчики. Крутим. И выпадает нам хавчик. Подожди секундочку, сейчас вот здесь вот заберу. Не вылетай только, пожалуйста, а. Зависло. А нет. Что-то, ребята, на другом эмуляторе играю. Какие-то зависания. На мема не было, а вот на LD-плеере как-то лишь все-таки есть.
Зависоны. Фига себе. Дел по горло. Блин, может перезайти в игру? Я не знаю, что-то ребят подлагивает, видите? Диплокаулус получается. Так, здесь у нас 310 ДНК и 250 голды. Потом идет микро-ДНК. Вроде прогрузилось, смотри, опять все начало работать шустро. Не знаю. Не очень мне нравится этот эмулятор. Но вылетов меньше, ребята, чем на Ноксе. Сразу скажу. Правда, я Нокс до сих пор поставить не могу. Установить. Этот эмулятор перестал у меня устанавливаться. Так, ладно. Нокс, Шмокс. У нас бои. У нас с тобой бои. Ну-ка, давай возьмем, наверное, Пеликанептерикса, Диплодотора и Стегоцератопса. Глянем, что у нас тут получится. Диплодотор, кстати, нужно прокачать как-то до 40 уровня. Так, Сфинокодон, Залмоксас и Нундазух. В принципе, ребят, нормально. Давай копить. Так, Сфинокодон. Две атаки и ему крышка, да? Раз, два, три. Ты смотри, что делает, а? Вот не подумал бы, что он возьмет две защиты. Ну давай. Поменялся, да? Блин, а у меня хищников, кстати, нету здесь. Ну что, бомбанем ему? По ребрам. На. Он нас может ушатать. Сфинокодон. Если три атаки примет. Да. Но мы в ответку ушатываем его. Хлоп. И до свидули. И также Нундазуха тоже, ребята, мы похороним сейчас просто-напросто. Пускай там это прыгает, хоть что делает. Хоть что пускай делает, мы его ушатываем. Ух, как хорошо. Найс. Это просто найс. Так, мы... С добытчиков еще не вылезли, ребята. Висим пока. Ага, загадка. 10 долларов и ДНК. Дальше, конечно, продолжаем, ребята, дальше. Но здесь уже, видишь, возьмем Карнораптора, Нундагозавра и Эдиуморфодона. Вообще, вообще, ребята, здесь у нас нет травоядника. Единственное, которого мы не взяли. Ты посмотри, какой красавчик. Прям под Карнораптора подошел, а. Вот это я называю удача, ребята. Бамс. Давай следующего. 155 к атаке. Естественно, уничтожаем. А Маргозавр такой, блин. Если такой в природе был динозавр, это было круто. Круто он смотрелся. Но. Ага, вот так вот ты. Я тебя понял. Красавчик. Все слил. Раз, два. Раз, два. Так.
До свидания. Синоцератопс. 139 к атаке. Смешно. Ничего ты мне не сделаешь, парень. А вот я тебе сейчас пропишу. Ох, я тебе сейчас пропишу, парень. Готов. На 9000 урона. Маленький такой, да? Маленький, а деловой. Масленица. Ух. Такой маленький, а важный. Но, наконец-то мы с тобой выжившие. Это 25% игроков. И тут еда. Ну, еда и еда. Что я могу сделать? Так, теперь я возьму спинораптора. Плюс возьмем Барионикса и Эниозавра. Вот. Может быть, ребята, даже большая ошибка, что мы сразу берем с тобой двух хищников. Ну, они же бывают, порой берут трех травоядников. Ничего же в этом зазорного нету. Ой, ой, ой-ой-ой-ой, гриппозух, ребята, первый, это сразу же просто попадос. Легендарный, я уровень, правда, не посмотрел какой это, но, скорее всего, он такой мощный уровень. То есть на пробивку хватит ему. Но у него мало хп. Но он, блин, мощный, зараза, а. Будет, наверное, кусаться, да? Я могу, конечно, взять травоядника, пока не поздно. Хотя бы сравнять шансы наши. А могу бомбануть. Ну, наверное, все-таки возьму травоядника. Посмотрим. Что будешь делать? Рот открыл свою пасть. Только дернись, тебя разорву. Но он не стал дергаться, ребята. Вот он дергаться не стал, а я, пожалуй, дернусь. Я дернусь. И хана. Так, алангозавр. Ему нужно будет потратить 3 очка действия. Окей. Так, Барионикс, у тебя сколько? О, красавчик. Он 3 очка действия потратил, 2 у него осталось. Мне как раз 2 нужно потратить. Давай так сделаем, фиг с ним. Алангозавр называется, мне тоже. Ну, а с этим даже разговаривать не хочу, ребят. Уйнайзавр. Ну, что ты там прыгаешь-то? Все слил, даже не смог забомбить. На, получи. Котлетос такой. Мощный. Мощный, ребята, был котлетос. Ну, естественно, он отдуплился. Отлично. Ну, а мы двигаемся дальше. И это у нас... Вы, главное. Вы. Ну, давай что-нибудь путевое. Понятно, деньги. Крохи, просто крохи, ребят. Это Николагрюс, Апатозавр и... Индоминус? Индоминус? Все, никак не могу привыкнуть, ребята. Индоминус, Индоминус, Индоминус. Вот у нас потом еще, кстати, с тобой один поединок. И на этом все, ребят. С ареной будет покончено. Там надо будет ежедневки проходить. Это надо будет в Канозойку сыграть, да? Потом что там у нас еще? Еще где-то там надо повозюкаться. Хм. Ну давай. Тупандактиль вообще салабон против нас. И Ютираноса тоже пробьем. Молодец, красавчик.
Ты сделал все правильно. Теперь лови ответочку. Раз, два. Как тебе? Халабуда несчастный получил? Так, ветеран, змей 390 к атаке. Против Таникалагриуса это детский сад. Просто, ребята, детский сад был. Рвем. Рвем. И велоцираптор. Ну, 268 к атаке. Хватит ли ему пробить нас? Ну, он даже ничего не стал делать. Зря. Очень зря. Вот, вот, ребята, вкратце как-то было. Молодец, Таникалагриус, просто его разорвал. У него, кстати, вот эти передние лапы больше похожи на лапы обезьяны. Такой вот типа шимпанзе. Вот. Посмотри внимательно. 60 ДНК. Ну что, последний поединок, как я говорил. Потому что больше нам неким будет воевать. Бомбиться здесь. Диплозух 20 уровня. Так, их тестег это Пиджара и Дракорекс. Ну, что-то как-то немножко не такую команду я хотел против себя. Не такую, ну. Нам, как говорится, выбирать не приходится. Кого дали, того и дали. С тем мы и будем воевать. Такс. Блин, он мощный, кстати. 428, а это против Индоминуса, ребята. Он имеет столько... Офигеть, это на 24-м-то уровне. Вот тебе, ребята, и их тестега. Ты! До свидания. Топиджара нам вообще тут не в указ. Ну, а Дракорекс тем более, ребят. Дракорекса просто уничтожим. Да, он, конечно, из тестега просто лопухнулся. Это тебе не поможет. Может даже уже не дергаться здесь. До свидания, птичка. Даже скучать не буду. А вот и Дракорекс. Он так интересно выходит, как будто его выталкивают. Скользит на своих лапках. Ну что он здесь делает, ребят? 153 к атаке. 3 очка действий. Все на слив, понятное дело. А теперь папочка в ответ. 6 очков действий и все в атаку. На 17300 урона нанесли. На 17300. Вот так вот. Так, игра успела вылететь, к сожалению, именно на рулетке. Именно на рулетке она вылетела. Так, забрать. А что я тут должен забрать? Ага. Ну и остаются у нас только лишь ежедневки. Потому что события уже, ребята, я проходить не смогу. Всех динозавров использовал. Значит так, используйте ускорение еще. Используйте так. Канозойское. Три разных. И наводные тоже трех разных нужно использовать. Поехали. Раз, два, три. Стандарт просто какой-то золотой, ё-моё. Других у меня вариантов здесь нету на выбор. О! Эндрикоцер, Глиптодон и блин, сумчатый лев. Что делать-то будем? Давай так. Рискнет атаковать? Рискнет. Так, 600.
600. Блин, не хватит. Надо делать вот так вот. Раз, два. Поехали, рвем. Дальше идет у нас глиптодон. Ох, ёк-макарёк. Куда ты, блин, лезешь, а? Ну, понятно, тут мне хана, ребят. Чё, порвём его? Есть. Труху. А вот и сумчатый лев. Ну, ему достаточно одну атаку нанести, и все. А вот как наш парень будет сейчас вести себя здесь? В принципе, он будет себя вести хорошо, наверное, да? Попробуем. До свидания. Да, сумчатый лев оказался сосунком. По сравнению с нашим Паноктусом. Это просто сосунок. Так, блин, рекламу боюсь, ребят, крутить, но попробую. Слушай, нормально, ничего не вылетело, все прекрасно. Опа, $20, спасибо. А теперь... Здесь тоже разными нужно. Раз, два, три. А потом еще надо сделать как-то три ускорения. Ну, в принципе, я знаю, как их сделать, так что... Блин, хотя, подожди, как сделать? У меня всего $40. Синтодон, опять это Декодерма здесь. Хвостик такой. Вот это палец. Почему вот этот палец у них, ребята, вот так вот изогнут? Интересно мне знать. Вот именно один. Это же не просто так. Ох, ядрен, матрен, ты серьезно? Меняемся, конечно. Куда там такая, блин, дура? Он меняется. Ну а что поделать? Вот приходится так, ребята, выкручиваться. Интересно, он будет меняться или нет? Или тупо простоит? Атакует даже. Это его большая-большая ошибка была. На самом-то деле. Огромная просто ошибка была. Просто огромедная. На тебе. Синатодон. Так, я и понял. Ну, в общем, он сам подписался под свой приговор подсмертный. Давай, Генонус, иди сюда. Раз, два, три. Раз, два. Можно было даже две атаки нанести, и этого хватило бы ему за глаза. Леоплевродон. Ай, какой артакончик-то, а? Хорошенький ждет нас. Кто пробьет? Генодус или Леоплевродон завалит нас? Эх, зря, надо было тебе, парень, бить. Так уж по полной программе. Что-то там не два, не полтора. Смотри, как надо. Учись. Вот как надо. Кривляется там что-то еще мне. Молодец, Генодус. Красавец. Приз эксперта. Это разве эксперта приз? Ну-ка еще разок.
И выпадает нам еда. Ну что, нам остается только лишь сделать ускорение. Бесплатно. Мой инвазавр выводится бесплатно, ребят. Так даже еще будет лучше. Ой, что-то не туда нажал. Аланка, вывести. $4 всего лишь. Всего лишь $4. И все. Выполнили мы все, друзья мои, задания ежедневные. Еда. Так, $45. Ну, в принципе, неплохо. И еще 95 очков доверий. Оп. Ребят, скоро мы купим валькирию. У нас, кстати, земельные участки-то все, да? Все вспаханы. Ну да, долларов нет, поэтому вспахивать тут больше, как ты понимаешь, нечего. Ну что, дорогие друзья, на этом сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!